Кулинарные гуру советуют, если пирог прилип к противню, нужно всего лишь подержать его над паром. Кроме того, форму для выпечки можно на несколько минут обернуть влажным полотенцем, после чего прилипший пирог можно снимать. Впрочем, есть еще один беспроигрышный вариант. Выпечку пирогов можно доверить профессионалам. Тогда ваш пирог гарантированно получится вкусным и не прилипнет к форме. Советы и экспертные решения в нашем следующем сюжете. Давайте представим, у вас день рождения, накануне вы целый день провели в салоне красоты и торговом центре, вечером ждете море гостей, а надо еще коллег угостить. Для большого коллектива идеальным угощением станут пироги, но всегда есть риск, что тесто не подойдет, пирог пригорит, кому-то не понравится начинка, и настроение и праздник будут испорчены. Что же делать? Эксперт дает ценный совет. Перед каким-то важным торжеством обычно хочется уделить время себе. И для того, чтобы не задумываться об угощении, для своих коллег, друзей и родственников можно заказать пироги. Это сэкономит ваше время, сэкономит ваши нервы и больше останется времени для себя. А заказав пироги с разными начинками, можно угодить человеку с любым вкусом. Действительно, заказав доставку пирогов, можно избавить себя от лишних хлопот и накормить коллег гарантированно вкусно. Главное – угодить с начинками. Интересно, а какие начинки предпочитают оренбуржцы? И какие пироги удобнее всего есть в офисе? Мужчины, конечно, предпочитают мясные, более сытные, вкусные начинки. Это кулебяка с мясом, курник с курицей и рисом, пирог с капустой и сайрой. Женщины, конечно, более любят сладенькое. Это брусника, творог, пирог с черной смородиной. Еще один очень удобный офисный вариант пирога – это пирог с лимоном. Лимон перекручивается целиком, смешивается с сахаром, и это и есть вся начинка. Для того, чтобы торжество прошло успешно и пироги испеклись точно в срок, заказать их лучше заранее, желательно за сутки. Совсем не лишним поинтересоваться, когда будут печь ваш пирог. В хорошей пироговой фарш и тесто готовят не более чем за 4 часа до выпечки, а печь пироги начинают с самого раннего утра, непосредственно перед доставкой. И даже если вы зайдете на чашку кофе с кусочком пирога перед началом рабочего дня, вам не подадут вчерашнюю выпечку. Эксперт дает гарантию. Эти пироги списываются и увозятся в ближайшую церковь. Кстати, если вы не успеваете позавтракать дома, поищите любимое заведение, в котором готовы предложить завтрак уже в половине 9 утра. Непременно сытный и вкусный. Это омлет. Можно добавить туда наполнителя. Либо грибы, либо курицу. Каша, либо дружба, либо рисовая, гречневая с молоком, творог деревенский. Подается он с брусничным вареньем и со сметаной. Такой завтрак – залог правильного пищеварения и хорошего дня. Ведь еда и пироги, приготовленные не дома, могут быть вкусными, полезными, а главное – безупречно свежими. И теперь вы точно знаете, как их правильно выбрать и заказать. Кафе «Пироговое Штолле». Работаем с 8:30 утра. Аппетитные завтраки, свежайшая, только сегодняшняя выпечка. Пироги на заказ, доставка. Улица 9 января, 56, телефон 77 39 09.